Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем показывать гибриды. Пройдемся по рынку, посмотрим, какие есть гибридные автомобили, расскажем, покажем. Ну, мы не будем брать, наверное, сильно дорогие. Возьмем, ну, миллион, там, миллион с копейки, там, огромный автобус. Да, постараемся до миллиона. А что выше миллиона, брать не будем. Кому будет интересно, сделаем второе видео. Спасибо. Так, ну и вот перед нами стоит два гибрида, два полноценных гибрида, можно сказать, два Приуса, да. Вот Приус стоит, вот стоит Toyota Prius Alpha. А давайте, наверное, начнем с Альфа. Значит, Prius Alpha S-Touring, автомобиль 2013 года, написано аукцион 4 балла, стоит автомобиль 860 тысяч рублей. Фарики у него идут линзованные, установлены туманки, омыватели фар, родное литье, летняя резина. Повторители, автомобиль без ключевой доступ. У автомобиля сзади установлен спойлер, метла, камера заднего вида, дополнительный стоп-сигнал. Всем напоминаю, это полноценный гибрид. Машина умеет ездить на гибридной установке. Есть Альфа, где идет 3 ряда сидений. Багажное отделение. Там находится батарея. Второй ряд сидений. Сидушки у нас складываются. Три подголовника. Посередине идет подлокотник. Два подстаканника. Сидушки у нас ездят вперед, назад. Дверная карта пластик. Тканевая вставка. Подстаканники внизу. Идет полный мультируль. На данном автомобиле проверка. Почему-то он не работает. Ну, почему он не работает? Потому что магнитолу могли устанавливать здесь, да, здесь, и не подключить. Это все делается очень просто. Посередине у нас идет подлокотник с бардачком. В бардачке вот такая вот полочка установлена. Переключение режимов, подстаканник, сидушки идут тканевые. Дверная карта. Пластик, комбинированный пластик, тканевая вставка, ремешки, ручки, солнцезащитный козырек. Вот видите, да, о чем я говорил, машина завелась, автомобиль прогрелся, и все, мы перешли на гибридную систему, на батарейку. В данный момент поршневая группа в автомобиле, она не работает. Торпеда у нас идет пластик, но вот он, знаете, как-то вот помягче вот здесь идет. Дуечки, три. Верхний бардачок, нижний бардачок. Лежит аукционный лист. Аукционные листы нужно проверять. Вот, давайте посмотрим, что под капотом. Хотелось бы, знаете, что еще добавить. То есть многие перезванивают, спрашивают, там, консультируются. Вот я там машину заказал через аукцион, эрочку, да? Все хотят эрочки, недорогие. Значит, пришел автомобиль. Ну, я просто вот на примере покажу, да, допустим, R-ка, замена капота, замена крыла. В аукционике это, естественно, указано, то есть стоят два креста, да. Но когда человек встретил автомобиль, у него каким-то образом оказалась сменена, допустим, боковая планочка, верхняя планка телевизора и замяты части кузова внутри. Поэтому, как бы, ребят, если вы купили, если вы заказали автомобиль через аукцион, да, значит, требуйте, как-то просите, чтобы это дело все у вас там проверялось. Далее, сам инвертор, сам двигатель, все доступно. Автомобиль, кстати, не ржавый. То есть в Альфах, в Приусах нужно смотреть по сеточке, по болтикам на состояние. Ладно, закрываем. 860 тысяч стоит данный автомобиль 2013 года. Рядом стоит Prius, уже дефлектор установлен. До рестайла есть Приуса. Это старые, они уже не везутся. Там и морда, и задняя часть автомобиля немного другая. То есть фарики другие, бампер другой. Это, соответственно, рестайл. Установлены сонары, камера заднего вида тоже есть на автомобиле. Багажное отделение. Полка. Здесь вот защелочки такие. Запаска есть.
Смотрите, тоже у многих вопросы возникает, почему колпаки установлены. Друзья, это не колпаки, это литье. То есть вот оно, черное идет литье, сверху идет колпак. Второй ряд сидений. Ну, вот здесь кто-то уже топтал, поэтому я, наверное, сяду, посижу здесь. Смотрите, не знаю сейчас, насколько подвинуто переднее сиденье кресла водителя вперед, да, но на данный момент сзади мне сидеть очень удобно и очень комфортно, то есть места вполне хватает. Сзади идет подсветка, тоже идет подлокотник с двумя подстаканниками, кармашек, второй кармашек, электростеклоподъемники. Давайте сейчас посмотрим, как было отодвинуто сиденье. Ну, в принципе, знаете, как бы оно отодвинуто не было, сидеть мне в принципе комфортно. Вот. Вот они, сонары выведены. Руль идет тоже, полный мультируль. Ну и вот центральная панель, да. По-другому никак в Альфе. Здесь тот же самый бардачок, подстаканник раз, подстаканник два. Вот этот подстаканник, как вы видите, он закрывается. Тоже идет два бардачка. Кстати, ГЛОНАСС имеются в автомобиле. Солнцезащитные козырьки, подсветка. Ну и здесь идет подсветка на салон. Значит, этот автомобиль стоит 850 тысяч. Давайте для сравнения цены. Prius 14 год, 890 тысяч. Ну, он модный какой-то, с такими вот с накладками, с хромированными. Комплектация у него побогаче, покруче. Кожаный салон. Универсалы Toyota Corolla Fielder. Значит, стоимость трех автомобилей по 670 тысяч рублей. 14-й год. Это тоже 14-й год. То есть все с туманками, все до рестайла, все на колпаках. Лето, зимняя резина, лето. 670 тысяч рублей. Задняя часть автомобилей, задние двери, крышки багажника в данных автомобилях, они идут пластмассовые. Также помимо гибридов есть филдера переднеприводные пластмасса и есть 4WD багажное отделение. Оба сидушки у нас упали, ровный пол, подсветка, литье, наверное, в придачу, а может и нет, они сюда не встанут. Второй ряд сидений. Подлокотник есть. Дверная карта пластик. Все в пластике. Здесь тоже идет пластик. Сидушки у нас идут тканевые, двухцветные. Родные коврики, фальшивер, кстати, есть. Бардачок снизу, 4 балла, кузов целый, пробег 74 тысячи. Мультируль наполовину. Туманочку устанавливали, регулировка зеркал, монетница, корректор фар, ветродуйки, включение разных режимов, бардачок, ручник, где положено, снизу идет два подстаканника, климат-контроль, завели. Видите, двигатель не завелся, то есть оборотов у нас ноль, но автомобиль работает. Мы можем ехать. Вот включил дэшку, все, двигатель автоматом завелся у нас. Вот оно, состояние батареи. Сейчас батарея поднабьется, двигатель опять у нас заглохнет. Ready, можем ехать. Камера заднего вида на автомобиле также установлена. Здесь все стандартно по обычной схеме. Что касается места, ну, хватает места.
Хватает для взрослого человека с ростом 1,80 м, ну, 1,83 м, 1,85 м, сидушку пониже опустить. Даже, наверное, 1,90 м. Влезет сюда. Печка. Кондиционер. Все включилось, все работает. В штатном режиме, как говорится, все работает. Ладно. Так, что еще хотел тут показать? В принципе, больше ничего такого интересного здесь у нас нет. Ну вот, аэрбэк раз, здесь аэрбэк, здесь аэрбэк, здесь аэрбэк. Посередине аэрбэгов нету, и задние стойки для задних пассажиров тоже идут аэрбэги. Глушим автомобиль. 14-е года по 670 тысяч рублей. Так, вот уже стоит Prius, старый кузов. Ну как старый, несмотря на то, что он старый, да, это 20-й кузов, он до сих пор пользуется популярностью. Это тоже полноценный гибрид. Давайте посмотрим, какого года автомобиль. Цвет у него такой интересный. Кстати, вижу уже, комплектация хорошая. 8-й год, 1,5 литра, гибрид G-Touring, 600 тысяч стоит автомобиль. Светлый салончик, полный мультируль. Хорошая комплектация, тряпочные вставки, сидушечка такая как бы потертая, да, но не знаю, какой пробег в данном автомобиле. Родной монитор, климат-контроль, кожаный руль, мультируль полный, бардачок как в Альфе, да, вот с таким столиком, с таким вот не подстаканничком, да, вот перекладиной. Два подстаканника, селектор переключения передач, розетка. Вот это не знаю, что такое, надо разбираться. Пластик такой более-менее мягкий. Зеркало японское. Подсветка также идет. Два бардачка. Аукционный лист. Покраска переднего правого крыла, передней правой двери. Вот, смотрите, по месту на данном автомобиле, сколько места, вы знаете, мне вот как-то двадцаточка не нравится почему-то побольше, вот, ну, подвесочка, да, идет автомобиль как-то вот мягче. Здесь также аэрбэк раз, два, в задних стойках тоже установлены аэрбэги. Я не могу сказать, что 30-й Prius, там как-то погремушка, да, какая-то, но тем не менее в двадцатках, опять же, я повторюсь, это лично мое мнение, мне как-то комфортнее ездить. Раз кармашек, два кармашек, подстаканник вот таким вот образом открывается, прячется туда. Сзади метла. Так, не могу понять, в чем дело. О, открыл багажное отделение, шторка. Вот таким вот образом. Тоже закрывашки. Запаска есть. Закрываем. Вот идет следующий в белом цвете. 8-й год. 8-й год. Туманочки установлены. Но подешевле. 565 тысяч рублей стоит автомобиль. Кстати, он тоже идет на светлом салоне. Автомобиль закрытый. Открывать не будем, только что были в нем, хотя почему-то вот багажник у него открытый. Не знаю, зачем так сделано, если честно. Здесь все закрыто. В общем, 8-й год, белый цвет, 565 тысяч рублей стоит автомобиль. Toyota Aqua, автомобиль 2014 года. Тоже в неплохой комплектации, на литье, на летней резине, бесключевой доступ, ярко-красный цвет. Тоже полторашка, 625 тысяч. Коричневый салон, комбинированный, смотрится шикарно со стороны. Дверная карта, небольшая тканевая вставка, ну, основная масса пластик. То есть, ну, смотрится довольно-таки интересно, то есть бело-черная такая колонка, пищалка, центральный замок, электростеклоподъемники. Кожаный руль,
японский магнитофон, управление климат-контролем, селектор переключения передач, аукционик есть. А сверху бардачка вот тоже ниша такая небольшая. Ну и центральная панель, да, вот все приборы сведены вот сюда вот на середину. Второй ряд сидений. У автомобиля сел аккумулятор, поэтому вот нам открыли водительскую дверь. Да, больше открывать не будем, прикуривать тоже. Как бы автомобили стоят, аккумуляторы немного подсаживаются. Страшного в этом ничего нету, то есть автомобиль подкурили, покатались на нем немного, аккумулятор у вас плотно бьется. Где даже подсветочка не горит. Итак, 14 год, 625 тысяч. Ну вот, мимо вот этой Альфы пройти мы просто не могли ее вам не показать. Она как бы по ценнику выбегает, да, немного. Она стоит 1 миллион 120 тысяч, но данный автомобиль, это уже рестайл в жешной комплектации, жирнее только G-Towering. То есть ярко-оранжевый цвет, опять же полноценный гибрид, родное литье, отличная летняя резина, бесключевой доступ в автомобиль, установлены сонары. Ну, посмотрите, да, на переднюю часть автомобиля. То есть и фары другие, и бампер другой. Стоят какие-то модные дудки премиум Horn тойотовские. Сейчас посмотрим, как они работают. ТАЖ на аукцион. 15-й год, 98 тысяч пробег. Давайте с багажника. Багажное отделение. Все стандартно. Все как обычно. Ну и самое интересное по салону. Салон идет с кожаными вставками, подлокотник, кожаный руль, сиденье тоже с кожаными вставками, электропакет. Здесь сделано как под кожу, даже, наверное, это и есть кожа. Вот, смотрите, строчечка прошита, ну, прям добавляет эффекта. Огромный монитор, кожаный руль, полный мультируль. Здесь тоже прошито, сонары, ключ один в автомобиле. Давайте заведем. Тойотовская магнитола. Вот показан нам автомобиль. Показано то, что сейчас работает на электромоторе. Вот завелся, все, батарея начинает заряжаться. Сам селектор переключения передач. И обратите внимание, я уже в некоторых видео говорил об этом, мультируль, кстати, работает. Я уже в некоторых видео говорил, да, то, что вот на этих машинах, ну, нету здесь парковочки. То есть, допустим, вот мы включили заднюю скорость. Кстати, смотрите, что я еще увидел. Ладно, сейчас продолжим. Вот стоим мы, допустим, с вами на задней скорости, да, там неважно, на дэшке, как нам переключить автомобиль на парковку. Все очень просто, вот она кнопка. Кнопку нажали, автомобиль стал на парковку. Смотрите, включу заднюю скорость, посмотрите на зеркало. Зеркало, оно автоматически опустилось вниз. То есть это очень удобно. Плюс ко всему, у нас идет камера с траектории движения, тоже удобно. Опять на парковочку, все, мы встали на парковку, ну и, соответственно, зеркало у нас поднялось. Также airbag идут по стойкам, ну и раз, два, тоже идет airbag. Подстаканник, здесь ничего не изменилось. По месту, смотрите, оценивайте, сколько места в автомобиле. Ладно, на парковке стоит автомобиль глушим и закрываем. Видели, как работает бесключевой доступ? Либо, допустим, когда мы подходим к автомобилю, вот у меня ключ, да, все, я его убрал, я руку подношу, автомобиль сам открывается, зеркала у нас разложились. Чтобы закрыть автомобиль, я касаюсь бесключевого доступа, все, автомобиль сам закрывается.
еще один Prius, 20-й кузов, уже черный цвет, с туманками, 620 тысяч, на литье, на летней резине, тоже 8-й год, G-комплектация, бесключевой доступ, монитор, управление климат-контролем, серый салон, полка в багажнике есть. Установлены сонары. Тоже хорошая комплектация. Значит, 8-й год, G-комплектация, 620 тысяч. Toyota Aqua. Ну, это, знаете, такая модный автомобиль в плане комплектации. И литье какое-то стоит нестандартное, обвесы по низу губа, фарики такие затемненные, 685 тысяч стоит автомобиль. Филдера показали, да, филдера? А мы снимаем просто гибриды. Значит, филдера показали гибридные, вот она стоит, Toyota Corolla Axio. То есть филдер — это идет универсал, Axio идет — это седан. Еще раз напоминаю, вот такие автомобили есть переднеприводные, есть, кстати, двигателя 1.3, есть автомобили 4WD. Значит, этот автомобиль у нас 14-й год, 696 тысяч он стоит. Туманки, летняя резина на штамповках. Все то же самое, что в филдере. Пробег. Дверь открыли, указано, что дверь у нас открыта. Ну, далее идет все то же самое. Единственное, тут, как вы понимаете, да, в седане идет багажник. Вот как японцы так ездят, да, то, что багажник пришел в таком чистом состоянии, что они не возили тут ничего. Да ладно, багажник, даже вот давайте возьмем с вами коврики, посмотрим на коврики. То есть у нас по России, если машина поездит, не знаю, 2-3 месяца, вот эти коврики уже будут все грязные, зачуханные. Я не могу сказать, что он идеальный, этот коврик, но тем не менее, смотрите, состояние. Honda Fit, гибрид, тоже вот фиты, да, это самые популярные автомобили. Очень часто нас просят их посмотреть, очень много поисков. Данный автомобиль — это, получается, у нас S-ка комплектация, на родном литье, в обвесе, фары линзованные, повторители, бесключевой доступ, он закрытый, полный мультируль, здесь робот идет, сзади спойлер. Попытаемся найти, открыть гибридный какой-нибудь. 14-й год, 745 тысяч. Еще один Prius стоит на родном литье, на летней резине, рестайл, фары, линзы, омыватели, накладочки. Накладочки, я так понимаю, здесь наклеили. Давайте посмотрим по цене. 12-й год, Touring G, реальный пробег, статистика 840 тысяч. Так, вот подходим к тоже к очень популярному автомобилю, называется Honda Shuttle. Вот стоит целая пачка, 4 автомобиля. Говорят, все по одной цене, цену найдете на стекле. Вот вижу, 750 тысяч. Здесь год не указан. Понимаю, 15-16 гадания. В принципе, все они одинаковые. Давайте внешний вид посмотрим. Вот эти автомобили тоже идут полноценные гибриды. Также есть передние привода автомобилей. Есть автомобили 4WD.
откроется. Откроется. Шторка. Ну, шторка вот эта, блин, такая смешная даже. Не знаю, что с ней делать, с этой шторкой. Камера заднего вида, вот метла, видите, работает в автомобиле. Сверху плавничок, такой дополнительный стоп-сигнал. Больше интересного ничего здесь нету. Тоже на штамповках, но родные колпаки. Здесь чисто, садиться туда не будем в автомобиле. Комплектация простая, есть максимальные комплектации, где идут кожаные вставки, где идет кожаный руль, где идет полный мультируль. Здесь дверная карта, опять же, пластик, небольшая тканевая вставка. Какой-то километраж тут указан. Кстати, пробег на автомобиле. Давайте сейчас посмотрим. Так. Вот, 106 тысяч пробег на автомобиле. В принципе, на сотке, да, что-то делали, или 104, не вижу отсюда. Ладно, ручки переключения передач, климат-контроль. Здесь, ребят, все у нас идет электронное. Магнитофон, зеркальце, подсветка. Ну, зеркало здесь, видите, оно такое объемное, большое. Дворник надо задний выключить, два подстаканника идет, подлокотник совместительным бардачком. Также на селекторе нету кнопочки P. Здесь робот, камера заднего вида у нас работает, траектории здесь нету. Включаем на парковочку. Ну, вот здесь у нас тоже все это дело дублируется. Так, выходим, давайте посмотрим на сам двигатель. Сейчас он прогреется, батарея поднабьется, поршневая группа у нас отключится, автомобиль будет работать на батарее. Ничего особенного, все стандартно. Вот эти уже смотреть не будем, потому давайте сейчас глянем, есть какая-нибудь другая комплектация или нету. Нет, одно и то же. Все одно и то же, да? То есть все комплектации, они здесь идут одинаковые, все по 750 тысяч рублей данные автомобили. Нашли Фита эсочку в таком шикарном цвете, линзованный, туманки на родном литье, на новой зимней резине с обвесами, бесключевой доступ, два ключа, камера заднего вида, чистейший багажник, не поцарапанный, сиденья у нас тоже складываются, подсветка. Там у нас идет ремкомплект, ремешок, небольшая ниша. Смотрите, эска идет, темный потолок в эске. Сиденья прошиты красной строчкой, оранжевой, кому как нравится. Задние сиденья вот таким вот образом у нас складываются. В принципе, все делается одной рукой. Дверная карта идет, вставка, а тряпочная вставка тоже прошита ниткой. Здесь идет пластик. Аукционник. Полный мультируль. Сиденья ездят вперед, назад, регулируются по высоте. Подстаканчик вот так у нас отодвигается. Кнопка старт. Модные педали завели. Пробег 36 тысяч на автомобиле. Тоже климат-контроль электронный. Что тут еще есть такого интересного? Больше интересного ничего у нас нету. В данном автомобиле спидометр 180. Не помню, говорил, не говорил. Трансмиссия здесь идет. Робот. Двигателя что на фитах, что на шаттлах. Все идут полуторалитровые. Ну, именно на гибридах. Вообще фиты есть еще 1.3. Кстати, что касается фитов, 1.3 есть 4 ВД, 1.3 передний привод. Тоже такие комплектации у нас есть. Ну, на сегодня все. Будем заканчивать.
Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на наш канал.